Привет! Вы на канале «Делать дома». В этом видео я покажу, как сделать букет из мыльных роз. А пока смотрите видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Недавно в магазине мне на глаза попались вот такие мыльные розочки, и я решила сделать из них небольшую композицию. Трех розочек будет недостаточно, поэтому сделаем еще несколько роз из куска мыла. Ножом для овощей срезаем слайды с мыла. Делаем розочки. Нам понадобится небольшой цветочный горшочек и кусок пенопласта. Пенопласт обклеиваем бумагой и крепим в горшочек. Клеим мыльные розы от больших к маленьким. Добавляем хлопок, шарики сизаля. Еще можно добавить в композицию шишки. Букет готов. Он получился милым и хорошо пахнущим. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!